О, да. А, нам сюда. Эй, минуточку, внимания, пожалуйста. А, это Эбби. Руководство отправило нам нового стажера. Привет. Привет, Эбби. Эбби, знакомься с ребятами. Всем привет, мне очень... Достаточно. А, очевидно, раз она новенькая, то справляться будет довольно дерьмово. Я полагаю, что вы уделите ей немного времени. Спасибо, я постараюсь вникнуть как можно быстрее и не быть обузой. Мы были бы очень благодарны. А вы, ребята, поможете мне обучать ее. Алан, ты первый, другие два, уёбывайте. Идите. А, первым делом, Алан, научи ее выкладывать товар на полки. Да, конечно. А мы довольно часто делаем это в Playtech. Выкладываем товар на полки. Так что начнем. Ты не могла бы перенести эту коробку вон на ту полку? Я бы не стал держать ее вот так. О, нет! О, черт. О, боже, мне так жаль. Мне так жаль. Надеюсь, это не что-то дорогое. Роун, я знаю, что это супер дорогой товар, но мы должны вести себя спокойно. Это простая ошибка. Она новенькая, она стажер, и мы не можем... Да погоди, ты о чем это? Все же в норме, она же учится. Мы не можем ожидать от нее грандиозных успехов с самого начала. Эй, все нормально. Это и есть обучение. Мы учимся, что нужно делать, а чего не делать. Ты отлично справляешься. Спасибо. Хорошего вам дня. И вот как надо стоять за стойкой продавца. Вот дерьмо. Че там? Она занизила цену на $400. Что? Что-то не так? Я где-то ошиблась. Так уж вышло, что ты не взяла с покупателя $400. Это очень плохо, так? Да, очень плохо. Да не, все норм. Ничего особенного, она же просто учится. Погоди, чего? Все получится со следующим покупателем. Ты просто учишься. Да. Роман! Роман! Скорее, нам нужна твоя помощь! Что, серьезно? Скорее! Вот дерьмо, чёрт! О, боже мой, вы в порядке? Боже мой, держись, держись! Я случайно ранила покупателя в шею. А, вот оно что. Роман! Звони в скорую! Принеси полотенце, нужно остановить кровь! О, боже, прошу, не увольняйте меня. Да я не собирался. Ты же учишься, это ерунда. Роман, этот человек умирает! Эбби запнулась и ранила его в шею канцелярским ножом, когда пыталась открыть коробку! Это случилось, потому что она учится, Алан. Откуда ей знать, что не следует резать покупателям шею канцелярским ножом? У меня проблемы? Нет, милая, никаких проблем. Мы все как-то начинали, разве нет? Смотри, вот что я скажу. Давай я научу тебя переработке отходов, а они пока тут все уберут. Давай за мной. Нет, 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 нет. Время смерти 3:44. Ты такая молодец! Отлично получается. Прости.